Всем привет! Рада приветствовать вас на кухне семейных вкусняшек. И сегодня я пеку очень вкусную, нежную, пушистую дрожжевую плетенку с начинкой, с добавлением заварной массы в тесто. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Вначале я подготовлю заварную массу. В кастрюльку отправляю молоко и 2 столовые ложки муки. И нужно хорошо размешать, чтобы не было комочков. В кастрюльку отправляю на медленный огонек и все время помешивая буду заваривать молоко с мукой, чтобы получилась такая пудинговая масса заварная. Все, заварная масса готова, теперь нужно дать ей остыть. Теперь я буду заводить тесто. Отправляю тепленькое молочко в чашу, сахар, дрожжи, сухие у меня, 1 яйцо, соль. И всю эту массу нужно хорошо перемешать. Муку нужно просеять. К муке я добавляю дрожжи с молоком. И заварную массу. И все нужно хорошо перемешать. Теперь эту массу хорошо нужно вымесить. Ее можно вымешивать вручную, можно миксером. Я буду вымешивать миксером. Если вручную, то нужно мешать примерно 10 минут. Если миксером, то я буду минут 6-7 вымешивать. Теперь я добавляю 2 столовые ложки растопленного сливочного масла. И снова машинка будет вымешивать 10 минут. Прошло уже 10 минут, теперь я тесто соберу в комочек и переложу в чашу, смазанную маслом, в ту чашу, в которой уже у меня будет подходить тесто. Тесто получилось очень нежное, мягенькое. Руки я смазала растительным маслом, чтобы сильно не прилипало. Теперь я отправляю в чашку, закрываю пленкой и отправляю в тепленькое место. Это у меня духовка. Я в духовке только включу свет, и это будет достаточно, чтобы создать теплую атмосферу. И оставляю на расстойку примерно на 1 час. Для начинки мне понадобится коричневый сахар, корица, и какао. Все, начиночка готова. Мне понадобится 1 яйцо и растопленное сливочное масло. Прошел 1 час, посмотрите, как поднялось тесто. Очень пышная, мягкая. Руки и поверхность я смазываю растительным маслом. Нужно хорошо его обмять. Тесто я разделю на 3 равные части. Две части я прикрываю пленкой, а с одной частью я буду работать. И до
до 1 сантиметра, не доходя краев, я смажу сливочным растопленным маслом. Если я дойду до краев, то потом краешки будет очень трудно заклеить. Теперь я посыпаю начинку. Эту начинку я примерно делю на 3 части. И посыпаю внутри начиночкой. Краешек мне нужно заклеить. И получается вот такой вот жгутик. И теперь также я поступлю с этими двумя кусочками. И теперь начинаю заплетать в косичку. Все время нужно следить за швом. Швом должен быть внизу. Эту косичку я закрываю пищевой пленкой и оставляю на расстойку примерно на 30 минут. Это для того, чтобы пленка не соприкасалась с тестом. Вау, как здорово подошла моя плетенка. Вау, какая огромная стала. Теперь плетенку нужно смазать взбитым яйцом. И отправляю в разогретую духовку на 350 градусов Фаренгейт или 175 градусов Цельсия и буду выпекать 25 минут. Нужно ориентироваться по своей духовке. Остается пожелать только всем приятного чаепития и всем огромное спасибо, кто был со мной. Подписывайтесь на наш канал с колокольчиком, чтобы не пропустить новое видео. А с вами была Ольга из семейной вкусняшки и до новых встреч. Всем пока-пока!